мишле бир. Ясмелен иннечке кылларына калды да. Иркәли, дөньяга яшәлешкә өмет сулышыры. Яхшылыкка ди. Янәшә безнең кадерле әниләребез, әби апаларыбыз, сеңелләребез, дус кызларыбыз да ясмы, нәфис, ягымлы, гүзәл кадерле. Якыннарыбыз безне, сезне шын күңелдән бәйрәм белән тәбрик итәбез. Сезгә ныклы сәламәтлек, озын гомер телибез. Йөзләрегез һәр вакыт бүгенге кебек балкып торсын. Күреп торам, кадерле әниләр, апалар, йөзләрегез ялт итеп, күзләрегез елмаеп тора. Ни аңламаска тиешсең ул? Бүген бит бездә бәйрәм, калфак туе, шулай бит. Ә хәзер инде шушы якты ак калфак оештырушы, шушы эштә актив катнашкан апаларыбызны котлап итәсе килә. Ә инде ак калфак юлын мин уйлавымча 5 ел элек Нурзидә ханым Чанышева Пәрәмәш бәйрәме белән башлап җибәргән дип уйлыйм. Шушы инде Пәрәмәш бәйрәме безнең ак калфакка юл салгандыр дип уйлыйм. Наиля ханым, шулай бит? Ә инде хәзер котлаулар сезне Наиля ханымнар белән. Ишмасам, сізді біздің қатты қызларды бәріп білен қытылайбас женский праздник от нас всем, и мужчин, и женщин, потому что без мужчин и семья наша никуда. Аплодисменты ваши, всех очень поздравляю. В этом уже 2 года подряд в нашем татарском центре в библиотеке проходит такой круглый стол. Мы представляем выдающихся женщин татарок города Москвы. И их у нас действительно очень много замечательных, красивых, талантливых, которые проводят встречи с женщинами, кто-то уже был, и очень много полезного, интересного рассказывают и помогают нашим москвичам. И сегодня хотелось бы отметить активистов под ваши аплодисменты. Это наша поэтесса, журналист, замечательный человек, замечательная женщина Назифа Харисовна Каримова. Ваши аплодисменты. Поздравления. Пан Харисов, вы еще прочтете стихи сейчас нам поздравления, потом мы вас обязательно попросим. Это Рима Шарифовна Карачурина, главный врач Сеченской больницы, ныне тоже ведущая активную жизненную позицию. Заслуженный врач Российской Федерации. Рима Шарифовна, спасибо вам, потому что до сих пор мы, может, даже извиняемся за то, что звонят вам, наверное, спрашивают. Вы такой интересный с нами провели беседу. И еще приглашаем, и вас тоже приглашаем обязательно на встречу с нашими героями. Это наша ведущая Фаниля Ханум. Фаниля Ханум. Она постоянно, активно принимает участие во всех женских праздниках. Естественно, мы все это делаем благотворительно, сами понимаете. И вот так собраться силами, бросить домашние дела, но у нас человек тоже занятой, вот так вот нам помогает, и сегодня взялась за ведение и организацию этого праздника. Это Галина Ханум Валиуллина, которая сегодня покажет вам модели. Поаплодируйте, пожалуйста. Необыкновенный, вот сама она тоже сама шила себе костюм бытовой. Калфа, неоднократно мы были на форуме, все вы ее знаете как преподавателя, несменного руководителя детского ансамбля «Шаттла». Праздником вас! Это Флюра Ханум, но сегодня она не приехала, я не вижу ее в зале. Человек, с которым мы тоже всегда, она нам помогает, всегда активно участвует во всех наших начинаниях, но мы ей передадим. Это Роза Ханум Сараева, заместитель председателя организации «Женская толпа». Розочка, все вы видите, она ведет сайт, и все ВКонтакте, во всех социальных сетях, все, что вы видите о мероприятии «Как толпа», это все Роза. Это Зульфия Ханум Хабибулаева, наша певица,
Она лауреат конкурса телевизионного «Татармана» и мама троих замечательных детей, которые участвуют. Вить, выходи за маму, получай грамоту. Иди сюда. Вот поаплодируйте ее дети, которые участвуют в конкурсах и праздниках татарской автономии. Вить, это была за маму. Танзиля ханом, наша тоже бессменный участник Ак-Калфа, она работает в татарском центре, возглавляет театр «Газиз», всегда вы ее видите, ведущий. Да, и сегодня мы ее видим в новом качестве, впереди сюрпризы, Танзиля ханом, да, а цветы, цветы мы расскажем вам об этом. Это Альфия ханом Шарафетдинова, наша вот певица Медина, и она нам помогает по бухгалтерии, потому что все мы просто творческие люди, сами понимаете, кто у вас тоже призываем, чем можете, помогайте. Ну вот о нас уже тоже многие знают, Нурья ханом, вот наша Нурья ханом Мухаммедьянова, тоже заместитель, кстати, Ак-Калфа. Ну и вот те, кто сегодня не пришел, должны были мы их тогда поздравим позже. Найля Жиганшина. Найля Жиганшина. Найля Жиганшина. Там. Найля ханом. Здесь? Найля ханом. Можно вас? Я прошу прощения, грамот в кабинете осталось. Мы. Но Найля ханом наш бессменный тоже художник, организатор. Найля ханом, подождите. Рахмет.